مطربا بهر خدا تو غیر شمس الدین مگو بر تنشون جانه بر تنشون جانه بنواز تن 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 Я ездил по миру и по крупицам собирал воспоминания людей, связанных с именем Камиля Ярматова. Он основоположник таджикского кино с нелегкой судьбой. Его вынудили покинуть Таджикистан. Принявшим его в Узбекистане, он 38 лет был художественным руководителем узбекфильма. Он вложил частицу себя в свои фильмы. Он любил людей и щедро дарил им свое внимание и любовь. Это не биографическое кино, это частицы и отголоски его образов в памяти людей. Он здесь, с нами, я вижу его. Они были знакомы с фильмов «Эмигрант». Друзья встречаются вновь. Я появилась в 36-м году, вот и будем рассчитывать, что где-то 35-34 год они познакомились. Мама очень его любила, вот до конца своих дней она очень его любила, очень. Переживала, что так получилось, но что поделаешь, так получилось. Мужик был красивый, вокруг него столько было женщин, что устоять было очень тяжело. Товарищи, Дни литературы и искусства Таджикистана – это великий политический совет. Вы показали образец высокой национальной культуры. Из всех нерусских мусульманов, проживающих на территории СССР, таджики являются единственным, не тюркским, а иранский народности, чья интеллигенция породила великих поэтов Рудаки и Фирдауси. Примите, пожалуйста, наш скромный подарок. А что это? Идеализация Сталина сегодня – это, по меньшей мере, наивность. Наряду с политическими деятелями, партийными работниками были и репрессированы и кинематографисты, деятели культуры, писатели. Самые лучшие люди Таджикистана, точно так же, как и люди всех других остальных республик, личной подписью были отправлены на расстрел. В 1937 году в Москве жили Насатулло Максум, Абдурайим Хаджибаев. Оба они в 1933 году были сняты с должностей. Абдурайим Хаджибаев был председателем Совнаркома Таджикистана, а Насатулло Максум – председатель ЦИК. Их сняли в 1933 году за националистический уклон, и обоих отправили в Москву как бы на учебу и одновременно как бы отдалили их от республики. И в это же время в Москве жил Несур Мухаммад Авон, афганец, который сыграл огромную роль в рождении и становлении Таджикской республики. Все, что касается образования, создание первых учебников, первых школ, первого высшего учебного заведения, первых библиотек. Это можно сказать, что у основания всего этого был вот этот сын афганского народа, который посвятил свою жизнь таджикам. В июне 1937 года Ширин Шоша Атемур, который в это время был председатель ЦИКа, он
получил приглашение приехать в Москву на заседание президиума ЦИК СССР. В Москве он остановился в гостинице «Метрополь», и на второй день пришли за ним, его посадили. Позже посадили всех остальных троих. 20 октября 1937 года Нисур Мохаммада застрелили во время допроса. 7 дней спустя Шатемура расстреляли, 27 октября. Всех их обвинили, в кого в шпионаже, кого в национализме. Проще говоря, их объявили врагами народа. Поэтому неудивительно, что такая яркая фигура, как Камиль Ярматов, мог оказаться в зоне интереса тогдашнего НКВД. Во-первых, он был красноармеец, он был красный командир. До этого он был против Красной армии. Фигура очень яркая, он знал очень многих. Во многих случаях он проявлял независимость, что тогда не нравилось. Мама сказала, что если бы отец не уехал в Узбекистан, его бы убили. Он здесь работал, из Москвы. Был человек, который вместе работали, организовывали эту киностудию, все. И вдруг этот человек исчез, московский. Исчез, и он начал его искать. Решил прямо, ну, КГБ, наверное, говорит, знает. И сам пошел, к начальнику надо было ему зайти, и попросил, но его пустили. Я, говорит, захожу, даже дверь, говорит, открытая, еще оставил просто это. Он так, говорит, со мной грубо встретил. Я посмотрела, думаю, наверное, Ник со мной так. Взял и повернулся, говорит, повернулся, дверь открытая, в коридоре никого нет. Я, говорит, закрыл дверь, это, и прямо, говорит, подошел к нему, схватил его, приподнял даже, вытащил наган, говорит, я все теперь понял. Ты, говорит, я тебя раньше уберу, чем ты меня. Вот так прямо. Он испугался, говорит, и сразу, говорит, побледнел, сказал, ой, Комильчон, я же, это шутка. И вдруг пакет заносит, вам срочно надо в Москву ехать. Ну, и он уехал. А по дороге поезд, говорит, долго шел. Тогда по 8 дней, что ли, говорит, шел поезд. А у меня нога начала болеть, говорит, все это, я чувствую, говорит, а потом температура началась, говорит. Когда температура началась, говорит, я думаю, ну, ближе туда, ну, до Москвы я не буду заезжать. Уже он все соображал, что творится в мире. На станции я вызвала, говорит, этого кондуктора и говорю, вызывайте скорую, чтобы, говорит, меня увезли отсюда. Может быть, я заразный какой-то. Ну, в общем, напугал он их. И меня, говорит, увезли в больницу. В заразку прямо привезли туда. Потом я врачу уже так поговорили, вижу, порядочный врач такой хороший, все, поговорили. Я, говорит, у меня, говорит, не это, у меня, говорит, нога. Во время, когда с басмачами воевал, туда пуля попала в ногу. И у него все время какая-то, то с одной стороны, это как туберкулез, кост получилось, гнивало там. Его хотели несколько раз ампутировать, он не дал. Он так и говорит, хорошо, я эту ногу сохранил. И вот эта нога и меня от смерти спасла, говорит, жизнь мне дала. И он говорит, у меня конверт. Доктор говорит, давайте посмотрим этот конверт. Говорит, давайте. Посмотрели. В общем, казните сами. Там, что было, на смерть, в общем, готово было это все. Камиль Ярматович, я вас, говорит, никуда больше туда из больницы не выпишу. А конверт мы, говорит, сожгем. И сожгли там. Его каким-то путем быстренько отправил. И он говорит, я в Евпатории, в местечке Талас, говорит, и отдыхал, и лечился. Через год он приехал в Канибадам. Мама и мой отец разошлись. Разошлись где-то в 1939 году. Мне уже было 3 года. Да. Он уехал в Узбекистан, потому что тут сложились совершенно невозможные условия. И он вынужден был уехать в Ташкент. И когда уже он уехал, естественно, мы общались очень редко. Иногда вот я приезжала в Канибадам к моей бабушке, к моей тете, и там я с ним несколько раз виделась.
Ну, это был красивый, молодой, энергичный человек. Я его помню очень, конечно, хорошо. Жаль, конечно, было, что родители не живут вместе. В 1957 году был Всемирный кинофестиваль в Москве. И мама поехала, взяла меня с собой. Мы с мамой шли по коридору гостиницы «Москва». Навстречу прям идет Татьяна Дмитриевна с папой. И вдруг он вместо того, чтобы, ну, хоть как-то улыбнуться, хоть как-то поздороваться или дать знать, что он отвернулся и прошел мимо меня, как мимо мебели, абсолютно не обратив никакого внимания. Вот это явилось тем моментом, когда я, конечно, очень обиделась, очень рассердилась. Я приехала в Душанбе, а отчим мой Пулатов Насим Пулатович, и взяла фамилию Пулатова. Когда учился в Москве, он познакомился вот с тетей Валей Савицкой, и это он поженился. У них родилась дочь Алина. В Москве у них квартира была у дяди. Они там жили. Когда его потом перевели в Душанбе, она тоже приехала с ребенком, здесь была. Он работал, вот снимал эти картины «Друзья встречаются вновь». Но она, вот жена, психанула, уехала от него из-за того, что София вот эта Туйбаева. Ну, люди стали передавать. Еще бабушка моя приехала тоже в Душанбе навестить сына. И говорит, Валя, говорит, такая расстроенная, что такое? Да вот говорят, как Туйбаева вот так с ним гуляет туда-сюда. Когда бабушка уехала, и Валя, тетя Валя тоже уехала. Взяла дочку с собой и уехала. Они не разводились, ничего. Он уже кончал ГИК, а мама поступала в ГИК. Вот. Она на актерский факультет, а папа на режиссерском. Ну вот он, они проучились, но ну, через год или через полтора они уже поженились. И папа сорвал ее с учебы. И он, этот, она поехала к папе в Таджикистан. Ну, отец любил маму, и мама его любила очень. Тези, вот эта мамина подруга была, которая к ней на квартиру, ой, что ты, ой, Валя, мне это самое так тяжело, и все, это, она, мама, я говорю, жалостливая очень была, всем доверяла, всех любила, но она это, пустила ее. А мама гордая была, она меня за шкирку и увезла. Да нет, папа хороший был, он, да хорошо все, Он говорит, а ты мой, ты же чонок, ну вся в папу. А как рассердится, ну прямо хохлушен вся в маму. Он уехал в Москву, встретились опять с той вот этой Тезией. Это подружка, которая училась вместе с тетей Валей. И это встретились, она, конечно, ей очень, это очень понравилось, что она уехала. И сразу на него вышла. Она очень угождала бабушке, маме. Мама их, ее тоже так уважала. Язык знают. С Валей-то, с тетей Валей-то язык не знали и не очень. А это прямо это. И он говорит, если бы она не умерла, я больше никогда бы не женился. Во время войны она умерла. Умерла, и как раз бабушка там приехала, похоронила. Дядя нас забрал потом. И дядя без жены был. Без жены мы все вместе жили. Потом приехала Софья Туйбаева. Они узнали, что умерла жена, и решили снова помириться. Бабушка говорит, ну, может быть, помиритесь вот так еще. Я помню Софью Туйбаеву. А дядя сразу сказал, на нее, это, почему-то сразу не очень принял ее. Потом она так расстроилась, бабушка ее в Шахантавуре. Я тоже была вместе
провела, так мы сели где-то там на скамеечке, и она говорит, ну он не хочет со мной мириться, расплакалась, все, бабушка по-хорошему ее проводила вот тогда. Моя бабушка была Сабаатхон и фамилия Салиева. Бабушка рассказывала, какие картины у нас в доме были, прямо вот Николай с этим, с своей семьей, и еще, говорит, столько посуды, все, все из России, говорит, вот эти приезжали гости, они привозили нам подарки такие. Басмачи, говорит, всю эту посуду разбили, зашли к нам, говорит. Начали искать, вообще хотели дядю уничтожить. Искали, не нашли его. И начали этот, говорит, громить. А то, что не разбивается, они, говорит, в 11 арбу погрузили и увезли в Коканд, говорит. Дедушку забрали в заложники еще, пока сына не отдашь. А бабушка поехала в Коканд. Прямо к басмачам. И она встретилась с главным басмачем Ибрагимбеком, что ли. А в Коканде принимали бабушку и говорит, ну ладно, принесите такую-то сумму, и мы отпустим дедушку. Главный пришел, вроде деньги она отдала, все, чего. И они извинились и начали, говорит, узлы, вот такие узлы нести. Говорит, это заберите. А дедушка говорит, даже не прикасайся. Это все харом, не прикасайся, это ихние руки прикасались, ничего, говорит, не пропадем. И это, мы, говорит, ничего не взяли оттуда и ушли, говорит. Потом дедушка, все время у него с сердцем плохо было. И в 25-м году он умер. Когда умер, опять, говорит, в Канибадаме, без, ну, все, мародерство, все такое. А большевики решили успокоить народ. И дядю назначили начальником милиции. До того, как он стал кинематографистом, он уже был начальником отряда ЧОНа. Он сопровождал таджикское правительство, получив деньги в золоте в Душанбе. Его отряд, 220 сабель у него было, конники, они сопроводили правительство. Он приехал и сдал это золото. Так ему этот начальник сказал, Трясин фамилия была, из ЧК. Сядь и сосчитай сам, сколько там, я прямо приму, считать не буду. Он говорит, я ни одного рубля золотого не потратил. Народ нас встречал, давали овес коням, нам плов делали, все кушали. Я не пришлось ни одной рубль не потратил. Хочу сдать назад государству. Сдал. Это же был Ерматов, понимаете? У него отец Минбаши был. Ему это чужое золото не надо было. Он к этому привык с детства. Что мне рассказал Юлдашев, академик? Угу. Вот с его слов. Он говорит, у меня был мальчик лет, было 10-11. Мы стояли на Коканской площади, были на базаре. Базарный день. Подъехал фаэтон, постелили коврик. И вышел отец Ерматова. Это был человек необыкновенной красоты. Белая челма, здесь яркая красная лента, золотые палеты на плечах. Я не мог встать на колени, площадь вся ушла на колени. А я, говорит, стоял, и дед мне щипал все ноги. У меня потом, говорит, месяц, ноги были синие. Поэтому я это запомнил на всю жизнь. Он говорит, сядь на колени, он говорит, не могу. Деда, не могу, я остолбенела от красоты этого человека. Вот такая седая борода, но у него был Георгиевский крест на шее у отца Ерматова. И царская, как у Николая II у него форма была. Конюх себе делал набойки на сапоги. Из 10-рублевых золотых приходил в чехайну, поднимал сапог, садился, кушал плов. Когда отец возмутился, он сказал, так я же делаю для вашего авторитета. Что даже у вашего конюха золотые подковы стоят в сапогах. Он же был в Красной армии действующий. Он воевал на Украине. Он гонял Врангеля. Он гонял Махно батьку. Причем он же был грамотный с русским языком, с немецким языком. Поэтому он все время торчал при штабе. Его вызывали, вызывали. Вдруг вызвал Хамдам. Камильджон. Мне предложили быть Девзрой. Он говорит, ну что вы говорите, Хамдамака, Девзрай это рис. Нет, говорит, сказали, чтобы вот я здесь был теперь Девзрой. Он говорит, да нет, наверное, дивизии командовать. Он говорит, да, 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 да. Вот правильно говорят, Ерматов грамотный.
дивизии командовать. А почему он попал в армию? Его отправил собственный папа. Он был умный человек. Ему было 14 лет. Он ему дал коня, он ему дал ружье и отправил его в армию. Он видел кровь, он имел ранения, несколько штук. Еще в Бухаре у него было ранение. Он ехал в Каган с донесением, а по нему прошла пулеметная очередь. И вот у него на ноге было, на руке было, мягкое попадало все. Вот этот портрет его с орденом, мы не спросили, что это такое, недавно только позвонил один человек, говорит, мой папа же у него был в отряде, это знак чекиста. Бородин, начальник ЧОНа, при здесь штабе главном среднеазиатском, прислал из Соль-Илецка письмо. Камиль, ты тот Камиль или ты другой Камиль? Мы с тобой ездили тогда в Турцию или другие ездили? Пожалуйста, сообщи мне. Мы едем в Москву, вдруг останавливается поезд. Они договорились, оказывается, получили разрешение железной дороги на час. Стоят пионеры со своими барабанами, с трубами. И весь город Соль-Илецк встречает чекиста Камиля Ерматова. Я плакала там. Я до сих пор не могу это забыть. Час Соль-Илецк приветствовал не кинорежиссера, не начальника милиции, чекиста Камиля Ерматова. А потом, посмотрите, отец Мимбаши. Вот, Мухаммед Мимбаши. А он считался сыном крестьянина. Это же не он себе писал рекомендацию Военно-воздушной академии. Хидер Алиев писал, в Турково, штаб, начальник. И вот увидел этот фильм японский, американский, Гриффитса, с этим героем главным, да-да, Сюси Хаякава. Думал, что это жизнь такая. Плакал, сидел, покупал, ходил билеты, в буфете что-то перекусит, опять смотрит. Когда был свободный от занятий. И его Гардин увидел, красивый. И его пригласили, сказали, вас приглашает кинорежиссер, пройдите к директору. Он прошел. Он говорит, я вас прошу, вы у меня сниметесь в эпизоде командующего Дутовской армии, сыграйте. Красивый парень. Он сказал, ладно, хорошо, согласился. Вот с этого его началась кинокарьера. Когда возникла идея снять первый полнометражный среднеазиатский игровой фильм, то режиссером его был выбран Кулешов. А сопостановщиком был назначен Камиль Ерматов. Он сказал, нет, это невозможно. Мы сказали, надо, потому что это мы поднимаем национальные кинематографии. Обязательно должен быть национальный режиссер, сопостановщик. Он сказал, нет, но он мой учитель, я не могу. Хотя я могу быть там вторым режиссером, ассистентом. Хорошо, сказали ему, ну, будешь там вторым режиссером. Вот, но это был как бы приказ начальства. Он не выбирал это. Он был молодой человек, имевший очень мало опыта в кино. А Кулешов был очень опытный, один из самых известных режиссеров. Вот. А вот то, что он попал на главную роль, я думаю, это был выбор уже кулешовский. Я думаю, что Кулешов, человек сам, хорошо разбиравшийся в людях, он понимал, с кем он имеет дело. Вот. А Ерматов человек с очень интересной биографией, а биография всегда накладывает отпечаток на человека, на его поведение, на то, как он говорит, как он ведет себя с другими. Думаю, что именно это в первую очередь и было интересно Кулешову, потому что, ведь смотрите, они делают фильм про бедняка, про бродягу, фактически про нищего, про бомжа, но он держится как аристократ. То есть в сценарии, в поведении, в мимике, жестах, выражении лица, он абсолютно аристократичен. Именно биография Камиля Ерматова, у которого, в общем, тоже происхождение было не крестьянское, хотя он и был записан крестьянином, и Кулешов сам был дворянского происхождения. Очевидно, в этом случае, как мне кажется, имело большое значение некая классовая солидарность. Они поняли друг друга. Они оба маскировались под своих людей, скрывая свое благородное происхождение. Вот, поэтому бедняк, который ведет себя как аристократ, было, я думаю, совершенно неожиданно для того времени, впервые в мировом кино, и очень естественно для отношений вот этих двух людей. И вот в тех материалах, которые остались от производства фильма, это видно, это прочитывается. Вот. Возможно, что в кино это было бы лучше,
Но мы этого не знаем. Мы не знаем, как было бы. История не знает сослагательного наклонения. И вот он снимал репетиции на таком черном бархате. А потом, поскольку он художник, он сухим пером по фотоэмульсии, по фотографиям, процарапывал вот эти фоны, детали одежды, пейзажи. И получилась довольно странная авангардистская, может быть, как теперь сказали бы, среда, где живые актеры вдавлены в искусственный, нарисованный, но нарисованный профессиональным художником очень специфической техники фон. Это абсолютно необычное зрелище. Посмотрите, вот это какой-то свет бьется изнутри кадра, он проходит сквозь эту процарапанную пленку. Живые люди одновременно и живые, и нарисованные. Это же поразительно. Судьба фильма была довольно печальной. Фильм был закрыт, он был не закончен, он был остановлен на каком-то этапе производства. Почему так произошло? Все были за этот фильм. Министерство кинематографии его финансировало, студия Мишрапом снимала, лучший режиссер, прекрасные актеры, студия в Сталинабаде, тогда так назывался Душанбе, которая должна была вырасти после этого в крупную производственную единицу. Все было за. Но произошел производственный казус, который хорошо знают все старые киношники. Нельзя никогда показывать фильм незаконченный непрофессиональному заказчику. А этот фильм показали на сессии Верховного Совета Таджикистана. Очевидно, как пример вот этой гордости развития национальной кинематографии. Но люди ничего не поняли. Они посмотрели незаконченный фильм, где были случайные кадры, обрывки, несмонтированный танец, какие-то люди, руки, ноги, головы. Они пришли в ужас и написали письмо в Москву, что режиссер Кулешов расходует государственные деньги, снимают какую-то формалистическую чушь, и фильм нужно закрыть. И фильм закрыли. Мы жили в Канибадаме, дядя жил то в Москве, то в Душанбе, то в Ташкенте. Последний раз уже в Ташкенте. Перед войной как раз он перешел на работу туда, в Ташкент. И началась война в 1941 году, когда моего отца забрали, Мухаммеджанов Абульхайр его зовут. Это было 1942 год уже. Весной. И тут же дядя приехал за нами. Мы быстренько кое-что, свои вещи, так, одежду забрали и уехали в Ташкент. И мы жили прямо за киностудией прямо. И я все время бегала в киностудию, всегда смотрела, как выступают артисты, как идут съемки. Тогда в киностудии работала петербургская, тогда ленинградская киностудия там работала. И киевская. Я очень хорошо помню Давженко. А я не знала ни русского языка, ни узбекского. Я на таджикском языке разговаривала тогда. И он говорит, я тебя, доченька, научу по-русски разговаривать. Ты, говорит, вот скажи, муха-муха, цокотуха. И вот это стихотворение я так на всю жизнь выучила, что все время хожу и повторяю. И все время его образ передо мной. А, из ленинградские Мачерец же был кинорежиссер, вот сейчас вспомнила. Его дочка, тетя Лена, так влюбилась в него и вышла замуж за дядю. Ну, дядя женился, он отдельно тогда еще на Хорезмской улице жил, а мы еще в Шахантавуре жили. Потом, когда война закончилась, у них сын родился, и когда война закончилась, она говорит, я уеду. У нее был брат, у тети Лены, погиб на фронте тоже, а больше никого нет. Две старухи с ней, ее бабушка тоже и мама. И отец тоже уехал куда-то. И она говорит, я не могу бросить этих старух, нам надо ехать обратно в Москву туда. И в Москву, или в Ленинград, в общем, уехали по-хорошему. И мальчика этого я нянчила, еще так любила все время. Его Кемаль звали. Моя мама познакомилась с моим папой. А ни мозгов, ни вот такого как раз христианского образования, которое могло бы быть у девочки, которое помогло бы ей понять, что или ты подружка, до того, как собираешься с ним установить отношения, подумай, с кем ты, куда ты лезешь. Тебе 18, ему 43.
Что это такое может быть вообще, ну, как бы реально? Что вообще он с тобой может там обсуждать, разговаривать, ну, жить, как он с тобой будет? И мать хорошо понимала, что оттуда слинять невозможно, просто физически. Но у бабушки, как всегда, вот, значит, из каких-то очередных евреев оказался знакомый директор вот этого 80-го авиазавода. Он, значит, к бабушке откликнулся и вывез, по-моему, мамашу, вывез на самолете на этом заводском, который не подлежал никаким проверкам. То есть это все с военного аэродрома, на военном самолете, и маманьки не было. А Барбулетка со мной тихой сапой, потому что она вроде как в это время не под наблюдением была, потому что мать там, ей надо было как-то открутиться от дома, а бабу Барбулетке, наверное, не надо было. Она вот со мной вот так и исчезла. И потом папа несколько раз приезжал. Воспоминания об этом у меня тоже сохранились, о некоторых его приездах. В частности, вот у нас вот в этой квартире на полу была такая черная здоровая отметина. Это был пожар. Этот пожар был во время войны. Когда моя прабабушка неправильно заправляла керосинку, и как-то вспыхнула, она упала, на нее, значит, этот плеснулся керосин, загорелся. В это время загорелся пол, комната, пожар, короче говоря. Вся квартира, 40 человек, как полусумасшедшие, бегают, носят, значит, кто тазики, кто, значит, ведра с водой. Поливают, гасят пожар. Ну, так набитая комната всяким барахлом, вот, ну, типа, вот, понимаете, и заодно там это. А в это время отец приехал. По какому? Он был в командировке. Он говорит, садится, вот, говорит, на этот столик, а там такой столик был у нас французский из стекла, стеклянный столик, открывает, говорит, свой кейс, говорит, достает оттуда, говорит, бутылку вина, значит, кусок сыра и револьвер кладет. Еще у него всегда, он говорит, был с револьвером. И наградной, говорит, револьвер кладет, открывает, говорит, газету, кругом, говорит, полыхает. Все соседи там все ждут, а пожарная охрана, которая никак не приедет. Бабушка моя говорит, я ему говорю, Камиль, вы что, не видите, тут пожар? Он говорит, ну что ж я там буду мешаться? Вот, и он говорит, очень спокойно, говорит, доел это дело, значит, вот это самое, и говорит, и уехал. Это вот такая вот как черта папы была, которую я воспринимал как, ну, знак к действию. То есть мне это с детства идет очень нравится. Он ни одного раза не назвал меня на «ты». Ни одного раза не назвал меня на «ты». Ни в пьяном виде, ни в трезвом виде, ни в работе, никогда. Материал был в браке, никогда плохо я снял. Он был очень аристократичен. Однажды, это уже на моей съемке, Шкурбурханов приходит из гримерной, смотрит на него. Что-то у тебя с лицом такое? Тот молчит. Нет, что-то у тебя такое с лицом? Он меня говорит, подойдите, посмотрите, что у него с лицом. Я подхожу, ничего не замечаю, ну, грим, лежит грим и все. Он говорит, а ну-ка сюда гримера. Гример был армянин, парень Ерем Басканович, Гаспарян. Такой дядька замечательный, ну, никого уже из них нету. И вот, значит, он говорит, Ерем, в чем дело с лицом Бурханова? Он говорит, Камиль Яумач, понимаете, я, в общем, это Бурханов пришел, сказал, что а вот я не очень красивый, ты мне приклей, пожалуйста, ресницы. Ну, он поставил бутылку водки, и я ему приклеил ресницы. Только вы на меня не сердитесь, Камиль Яумач. А ну-ка вот сюда, Шукур, подойди сюда. Тут подходит, он так вот берет ресницу, бах,
Дорожник, мрах, что делать? Он говорит, ты что, дурак? Ты вообще идиот, ахмак? Кто ты такой есть? Ты же урод, понимаешь? Урод. Я тебя снимаю, потому что ты урод, понимаешь? Урод ты. Поэтому я тебя снимаю. Ты талантливый урод, понимаешь? Ты человек от земли, понимаешь? Мне не надо этих ресниц. А, понимаете, я думал, что это ресницы. Я урод, да, я урод, он говорит. Зато я обаятельный. Бурханов говорит. А Валерий Романович говорит, ты обаятельный урод. Ну, уже прошло, вот, нет. И мы стали снимать. Ну вот, это, значит, это что, злость его, или он такой твердость? Нет, вот это была его принципиальность. Мы были с Ермаковым вдвоем, с Камилой Ермаковичем, шли по Георгиевскому залу, да? И мы с ними, когда шли по Георгиевскому залу, мы смотрели, а там фамилии этих георгиевских лауреатов, да, которые носили георгиевские. Там на стенах в Георгиевском зале все фамилии, всех там десятки тысяч этих фамилий, кто был награжден. Они все по алфавиту. И когда мы подошли на букву Я, там было написано Ярмат Баши. Представляете? В Московском Кремле он долго стоял около этого обелиска, где было написано фамилия его папа. Дакима, очень интересно. Давайте. Бабушка, в общем, так сказать, как культурный человек, она, кроме всего прочего, водила меня там по разным музеям. В общем-то, с детства. Тут как-то бабушка, значит, повела меня в Третьяковку. У нее был такой вид загадочный, как будто, значит, она, чтобы мне сейчас там что-то продемонстрирует. Такое вот. И мы прогуливались, и вот бабушка мне говорит, а хочешь, я покажу тебе твоего папу? Отца. Думаю, он тут где-то гуляет, это я говорю, да, в общем, ну как же, да ты, говорит, не волнуйся, говорит, это просто, говорит, картина, говорит, явно, говорит, писались с него. И мы пошли, и это было совершенно в другом там зале, причем такой зал, но очень неудобный. Я как сейчас помню, он длинный был, так прикрашенный эти. И совершенно жуткая, значит, картина. Меня такой ошеломляющий вид, значит, какой-то мужчина совершенно этого такого вида, значит, чрезвычайно страстного, значит, в каком-то пне, значит, вот. И, значит, и что это такое? А это, говорит, вот картина Врубеля. Вот. Это называется «Демон». Вот, говорит, посмотри, говорит, ты говорит, не узнаешь же лицо отца? Камиль Арманович мне памятен удивительной историей, связанной с Микеланджело Антониони. Антониони искал натуру для своего будущего проекта совместного с Советским Союзом. Говорю, вы знаете, там под Хивой такая пустыня, там есть Куня-Ургенч, удивительный памятник старины. Там все, вы увидите потрясающие места для своего будущего фильма. Да, полетели. Все, взяли билеты, маленький самолетик Ил-14. Летим. Антониони, Танино Гуэра все время в карты играют. Прилетели. Выруливаем и прямо на поле аэродрома стоят Камиль Арманович, Мирон с камерой, фотографы. Это снять историческую встречу великого Антониони и великого Ярматова. Антониони посмотрел в иллюминатор, говорит мне: я же просил, чтобы не снимали. Ну что это такое? Я приехал работать. Что они все снимают, да снимают? Я не выйду самолетом. Я говорю, сейчас. Вышел и говорю, Мирон там всем, он везде, и в Ташкенте, везде требовал, чтобы не снимали. Пожалуйста, не снимать, уберите. Да, ой, стали убирать. И камерман говорит, как же так? Хоть одну фотографию на память. Я, Камиль Романович, ну потом, здесь вот в аэропорту не хочет. Ну хорошо, уберите. Да ему сказал, что я депутат Верховного Совета. Да, сказал, что я, да, все сказал, Камиль Романович, что я герой социального труда. Сказал, Камиль Романович, сказал, не волнуйтесь, сказал, Антониони, для него ты герой социального труда, как вообще ничего не понятно. Он сам труженик тоже, Антониони. Я зашел в самолет и говорю, все в порядке, все убрали.
Но жалко, говорю, жалко Микеланджело. А переводчик переводит сразу, а что жалко? Ему, знаете, ему 70 лет, говорю. Это великий режиссер, он член парламента, он награжден самым высшим орденом нашей страны, герой труда. И он ваши фильмы знает наизусть, и он ваш коллега, и он ждет вас, потому что знает, что вы старейший режиссер, вам 60 лет, все. И в это Антонионе говорит, я разрешаю снимать, раз это мой коллега меня встречает, разрешаю. И я высунулся, говорю, Мирон, давайте камеры, давайте снимайте. Антонионе согласился. Ну, надо, там заработали камеры. Но у меня не было, в моих руках камеры не было. Только фотоаппарат был. Он спустился с трапа, подошел к Ерматову, они обнялись. Переводчик здесь стоял рядом, они что-то разговаривали. И сразу же на машинах с аэродрома сразу поехали на обкомскую дачу. Первый секретарь обкома Хорезмского, значит, устроил там такой прием, такого приема вообще не было. И он спрашивал Ерматова, Камиля Каба, это Антониони, кто этот человек, кто он такой? Ерматов ему говорит, если вот на земле есть 5 великих людей, один из 5 вот это Антониони. Для встречи с Антониони он сказал руководству обкома партии. Вы знаете, это великий режиссер, величайший. Вот как-то сделайте, что обед в резиденции, все это. И его на один день в резиденцию поселили. И Антониони все ходил, говорит Ерматову, ты хорошо живешь. Мне очень приятно. Это что, это твой? Да, мой дом, да, я здесь живу. А что скажет Ерматов, бедный? Потом мы вдвоем остались, мне Ерматов говорит, неужели он поверил, что я здесь живу? Ну, он же не придурок. Что у меня тут дом, может дом что ли такой быть? В Ташкенте, а здесь, я же только на съемках. Антониони спросил Ерматова, господин Ерматов, а могу я к вам приехать на площадку, где вы снимаете? Пожалуйста. Мы там снимали далекие близкие годы. Собрались ехать домой. Уже собрались, вдруг милиционер взъерошенный на мотоцикле подъезжает. Сейчас, через несколько минут подъедет кортеж в Антониони. В общем, Антониони приехал, и Ерматов поставили сразу камеру, и Шукур Бурханова одели быстренько. Вроде имитировали съемку. Антониони говорит, а можно я сниму кадр? Пожалуйста. Он, Ермат сказал, мотор, он включил камеру, там это что-то Бурханов говорил, билиберду. Ноги вот смотрел, делал там наезд. Ну все, этот кадр где-то остался, если бы я был умный. Я вообще этот кадр держал в руках и никому в жизни не показывал. Я его продал, скажем, кадр, который снял Антониони. Представляете, сколько он стоил? Ну вот. Еду поездом через Москву, и в вагоне слышу разговор, что на Красной площади завтра Ильич Сречу должен будто бы выступить. Ну, думаю, соображай, Байсунов. Я сразу же сошел с поезда в Москве и стал всех спрашивать, как на Красную площадь попасть. А там народу, видимо, невидимо. И тут вдруг на трибуну поднимается наш вождь Владимир Ильич. Звонит мне Ерматов. Завтра в 11 утра Антониони приедет на студию смотреть картины. Ну, приехал Антониони, значит, поздоровались, зашел в зал. Они сели с переводчиком на второй ряд, а я за пультом сижу. А Ерматов сидит за Антониони, рядом с ним, представьте, господи, больше в зале никого нет. И начинается. Начинается картина. И я, значит, у меня один глаз на экран, другой глаз на Антониони. Больше никуда я не смотрю. Я смотрю, Антониони так медленно засыпает. Я вижу, что переводчик его не переводит. Я беру, значит, и делаю громкий звук такой. У меня же пульт в руках, я на пульте сижу. Я так беру, делаю громкий звук, бах, там какой-то выстрел. Он так встрепенулся. И говорит переводчик, переводи. Тот начинает переводить, и я уже смотрю,
Я уже сделал громкий звук, он уже не спит. И переводчик ему переводит. Кто-то его что-то переспрашивает. В общем, там идет дискуссия между переводчиком и Антониной. Значит, кончается картина, зажигается свет. И Антониони говорит: дорогой Камил Романович, дорогой господин Камил Романович, я, говорит, знаю в своей жизни, на моем веку было очень много режиссеров, которые хотели сделать фильм о народе и для народа, но которые ушли из этой жизни, так и не сделав этого фильма. Сегодня я такой фильм увидел. Камиль Ярмач я запомнил, потому что в маленьком дворике мечети Шехантаур, когда он появлялся, все на него смотрели. Все, кто были во дворе. Он был очень красив. У него была такая шевелюра льва. Волосы красивые, лицо точеное. И глаз такой орлиный, взгляд пронзительный. Он немножечко хромал. И вот так, когда входил, появлялся из проходной, все, камаляка, камаляка, салам алейкум. Камиль Арманович, здравствуйте. Камаляка, здравствуйте, мастер. Здравствуйте, салам. Голос такой у него был, красивый, бархатный. Один из операторов, который работал с Ярматовым, с моим отцом, сплетник такой, он мне сказал: ты знаешь, вот твой папа Эргаш Хамраев и Камиль Ярматов, они же оба актеры, да. Это сейчас Ярматов режиссер стал. А папа твой и Ярматов как актеры снимались в немых кино. И папа красивый был, и Камиль Ярматов красивый мужик. Как их женщины любили. Ты знаешь, у них было такое внутреннее соперничество. Этот половину Узбекистана имел, где женщины говорят, а этот вторую половину. Создавая своего эмигранта, это уже второй его фильм. И очень удачный фильм. Камиль Ярматов ставит перед собой задачу воспроизводства национальной жизни со всеми гранями, со всеми ритуалами, костюмом. Но самое главное, он создавал национальный характер. Впервые женщина, актриса снималась в его фильмах, женщина-таджичка. Это была Софья Эрджановна Туйбаева. Выдающаяся актриса, которая, так сказать, была очень хорошим партнером в фильме «Эмигрант». И их гармония, их, значит, актерская, так сказать, игра была так естественна, так гармонична и создавал очень позитивные, так сказать, впечатления о фильме, о достоверности происходящих событий и так далее. Поскольку Камиль Ярматов был очень активным, инициативным человеком и уже достиг определенного уровня в кинематографе, его знали и его ценили. Он был награжден уже многими орденами, награжден определенными, так сказать, наградами правительственными. И поскольку ездил по Таджикистану очень много, ему поручили собрать группу для участие Дней литературы и искусства в Москве. Это было накануне Великой Отечественной войны. И вот когда он все это подготовил, собрались, и уже надо составить списки, кому ехать в Москву. Ну, естественно, он же ведь режиссер, главный режиссер этого события. И вдруг некий Мадали Курбанов, председатель правительства Республики Таджикистан, заявляет, что хватит ему получать ордена, он часто ездит в Москву, достаточно его исключить из списка. Остальные, так сказать, пожалуйста, пусть едут и участвуют в днях литературы и искусства Таджикистана в Москве. И после этого он был возмущен до предела этим аллогизмом, этим очень вульгарным отношением к
не только к его персоне, но и к самой сути, так сказать, проведения этого мероприятия. Он тут же поехал в Москву, а он был в Москве очень авторитетным человеком и рассказал о случившемся. Камиля Ярматова перекомандировали в Ташкент, ташкентскую студию. Получилось так, что Сталинградская киностудия осталась без главного своего кадра национального режиссера, который не только режиссер, но и сценарист, и прекрасный актер. И тогда руководство закрыло производство художественных фильмов Сталинградской киностудии до 1956 года. То есть где-то 16 лет, да, вот. И это очень серьезный был удар по нормальному развитию национальной киностудии. Я должен заметить, что во всех фильмах он снял 21 фильм вот, за свою кинематографическую карьеру. Во всех своих фильмах он не забывал о родине. Он всегда помнил Таджикистан и всегда знал, что нельзя отрывать, скажем, культуру Узбекистана от Таджикистана. Он всегда знал единство культуры советских народов. И поэтому во всех его фильмах главные роли исполняли преимущественно актеры из Таджикистана. В частности, вот Абу Али ибн Сина играл Марат Арипов, который впоследствии сыграл Рудакиева в фильме Кемягарова. И вот Марат Арипов получил определенный, очень позитивный опыт актерской игры, и поэтому его роль, скажем, уже в другом фильме, в фильме «Рудаки», продолжает именно эту традицию, которую получил он от Камиля Ярматова. Для меня Камиль Ярматов был легендарной фигурой. Моя бабушка работала в милиции. Ее научили, значит, как там надо стрелять, вот как это целиться там и так далее и тому подобное. Вот. И, значит, приняли на работу и сказали Камилю Ярматовичу, он был начальником милиции. Он отмахнулся и сказал: ладно, это все-таки лучше, чем ничего. Вот. И ее поставили охранять склад Центра Союза. И самое удивительное было то, что, сказать, когда Камиль Ярматович вдруг отправился со своим небольшим отрядом, несколько человек, за какой-то бандой, к складу Центра Союза подлетел такой известный бандюга Самипол Вон. И этот Самипол Вон крикнул: «Улугбибей, открывай ворота!» Но он сидел на коне прямо у ворот. Она сказала: «А кто вы? Я Самипол Вон». Она сказала: «Отъедьте, пожалуйста, я посмотрю, вы Самипол Вон или не Самипол Вон». Он отъехал. Отъехал, она взяла и из винтовки выстрелила, и убила его. И тут же она, значит, направила винтовку на другого, еще убила одного. Она прославилась благодаря этому поступку. Я вдруг увидел в таком каком-то американском костюме Камиля Ярматовича там. Я потерял дар речи. Он говорит: как тебя звать? Я хочу сказать, не получается. Фамилия как? А меня вырастил Варшам Никитич. Он говорит: его зовут Марат Камиль. Фамилия Арипов. Он говорит: а откуда он? Он говорит: вот он из Душанбе. Таджик, что ли? И тут я кивнул. Значит, таджик. Он: ну что, это интересно. Кто мать? Кто отец? Я говорю: отец погиб на фронте. Мать Туфа Фазылова. Туфа Фазылова? Твоя мать, да. Говорит: о, как здорово. Ну, очень хорошо, очень хорошо. Ну, хорошо, давайте, идите. Ну, мы пошли. Туфа Фазылова тоже племянница? Да. А Туфа Фазылова это... Другой, но тоже. И Марат Арипов тоже же родственник? Кем он приходится? Получается, племянник. А он застрелил Туфы брата? Да, да, да. Когда был начальник милиции. Он застрелил секретаря райкома. Он приехал втроем. Моментально сделали суд.
И Камер-Мащ собственноручно застрелил брата Туфы Фазиловой. Ее отправили в интернат, тетю Патии тоже воспитывали, деньги давал все время. И вдруг в гостинице Самарканда я выхожу в коридор, бегает какая-то старуха и кричит: «Чтоб только не застрелил, чтоб только не застрелил». Я говорю: «Кого? Кто стрелять будет?» В таком модном халате до пола. Она говорит: «Он же его ругает, Марата, он роль не учит. Только попроси, чтобы он его не застрелил». Потом тетя Патя, оказывается, это Туфы, родная младшая сестра, она говорит: «Он же брата-то на моих глазах и на глазах Туфы застрелил. А он там ругает Марата? Не будешь учить текст, девчонок будешь приглашать на съемку Авиценна. Это серьезная работа. Я тебя убью, попробуй еще один раз такой фокус сделать». Когда я выходил на площадку, я забывал напрочь весь текст, который выучил. Забывал и мотор. Ну что тут такого? Ну, у него голос был у Камиля Романовича очень такой внушающий уважение. Меня поднимал в 5 часов утра художник-гример Ерем Басканович и требовал, чтобы я побрился. А вот эти вот, если вы помните, эти безопасные бритвы с этими лезвиями рапира, Ленинград. Ну вот Ленинград было не достать. А рапира – это просто чуть-чуть отточенный топор. И вот я в 5 утра, бреясь, сдирал себе кожу на лице. А потом Ерем Басканович намазывал меня сандрачным клеем. Лицо горело страшно. Он наклеил бороду и потом вез на съемку. Ерматов приезжал в 12 часов дня. Почему? Потому что он в 11 вставал, ехал завтракать в парк. Значит, там в ресторане ему давали так, что уходит. И потом оттуда приезжал на съемку. И вот только тогда начиналась, значит, работа. Через час там обед уже был. Значит, и потом вот до конца дня. Но это вот все это время я сидел, гример сидел около меня. Обедать мне нет, он ничего не давал. Жевать нельзя, потому что отклеится. Нет, это нельзя, это с ума сойти можно, вот такие он здесь видел. Вот. И, значит, вот таким образом я до вечера ничего не ел. Но, слава богу, через эти эксцессы как-то я прошел. Как раз вовремя. Значит, в пятницу? Да. Очень вовремя. Мне кажется, что затмение поможет нам победить черную смерть. Нужно за 2 часа до затмения объявить народу наше наставление, что надо делать. Самое удивительное было, что в Узбекистане находясь, он утвердил на роль Авиценны таджика, понимаете? Это было поразительно, потому что, ну как вам сказать, ну все были возмущены. Они откровенно не говорили об этом, потому что боялись его. Понимаете? Но все были возмущены. Как это? Почему не узбек играет Авиценна? Его люди любили. Любили не за то, что он такой большой режиссер, там, и за это тоже. Но любили за то, что он вообще есть, что он мог остановиться, посмотреть в глаза, улыбнуться. Улыбался он замечательно. Да? Да, конечно. Хорошие, ровные, белые зубы. Смеялся так хорошо, зажигательно. Красиво общался, умел. И поэтому не случайно в него все женщины были влюблены. Однажды вечером, по-моему, на правительственной где-то даче, уже после фильма, в конце фильма «Буря на Дазе», в конце еще не был сдан, однажды мы с ним наедине сидели, даже, по-моему, немножко выпивали. И я ему сказал, что: «Камиль Ерматович, вы знаете, ну, конечно, вот мы все силы вкладываем, и все, и я тоже, Михаил Аркадьевич, и вы искренне все это делаем. Но вообще-то, честно говоря,
я не помню сейчас слов, но я сказал по поводу Буринадзе, что, ну, вот все-таки это немножко такая официозная картина, вы знаете, вот как-то, ну, вот, ну, революция же, кровавое дело, гражданская война, немножко официозно приподнято все это, немножко, он очень мрачный, вот так вот. Долго на меня смотрел, потом опустил глаза, потом долго молчал, потом сказал, даже он мне не сразу ответил. Потом мы что-то, какая-то пауза была, а потом мне сказал, вот ты мне сказал свое мнение по поводу картины. Зачем же ты работал над ней, если ты так к ней относишься? Я говорю, ну а как, ну работать надо, я искренне, я вкладывал душу, но то, что я вижу на экране, там от этой душа-то не очень получилось. И он сказал мне, вот я, пока я жив, это моя тема, я это буду делать. А то, что вы хотите делать, ты с Ильёром делаешь. А я уже до конца буду делать то, что я умею и то, что я хочу. Картина «Влюблённая». Опять мы делали ее с Агишем. Значит, когда мы уже закончили черновой монтаж, я подложил компилятивную музыку и показал, хотел показать директору студии. Он говорит, знаешь что, я не хочу никого, никакой вот совет, ничего, я приглашу только Ярматова. Угу. Мне вот важна его точка зрения. Давай посмотрим. Я говорю, ну давайте. И вот мы стали показывать в директорском зале на первом этаже. И когда Родион Нахапетов сказал вот эти слова, я знаю, у тебя есть другой человек, я знаю, что я почувствовал это по твоим письмам, по твоему молчанию, по всему. Вот. Я считаю, что в жизни все должно быть по-человечески, иначе не стоит жить. И потом вдруг я смотрю, так какой-то, то ли так человек как-то, то ли я-то оборачиваюсь, смотрю, и Ярматов вытирает слезы. Ага. Он вытирает слезы. И я понял, что не зря мы голодали, не зря мы мучились с Аником, сидели, рождена была эта важная фраза. И когда фильм кончился, показ рабочего материала, он сидел так долго, так вытирал слезы. И долго-долго молчал. И я сидел, и тоже так, как нервно. И сидел директор студии. Ему тоже было это очень интересно. И вот Ярматов сказал, молодец. Встал, подошел и крепко-крепко меня обнял и поцеловал. Сказал, ты молодец. Это очень важно, потому что многие кинематографисты, многие творческие люди, у них есть такая, ну, то ли черта, или как это называется, надо освобождаться, то, что называется, даже, я бы сказал, даже болезнь, это вот зависть. Очень многие. И вот, когда делаешь картину, ну, как спрашиваешь, люди прячут глаза вниз и говорят, ну, ты знаешь, ничего, хорошо. Ну, боятся в глаза посмотреть, потому что боятся, что в них будет зависть, а они это понимают, что это не очень хорошая черта, и поэтому все как-то глаза уводят в сторону и говорят. Вот. А Ярматов смотрел в глаза, и я читал в его глазах радость. Радость за студию, радость за то, что не зря он воевал, не зря он вообще снимал свои картины. И в нем была, так сказать, такая большая-большая человеческая радость. Вот это мне запомнилось на долгие-долгие годы. Народный артист Советского Союза. Что это значит? Он формировался как личность во времена революции. Он верил в революцию. Он был сам из народа. Он знал про свой народ все и жил со своим народом, и страдал со своим народом, и сам устанавливал так называемое великое счастливое будущее с револьвером в руке. Вот это народный. И
Он был поэтому так называемый певец революции в Средней Азии. Мы как-то были в Канебадаме, в Чехане сидели я, Мирон. Ну, в Чехане там в обеденный перерыв. И вдруг он мне говорит, посмотри вон туда. Я так повернул голову. Там сидел человек с такой короткой стрижкой, с таким плоским лицом, с широким носом, с такой полуседой бородой. Он говорит, когда я был начальником ЧОНа, он пришел ко мне, а он был с другого берега. На одном берегу была, значит, советская власть, а на другом еще была, так сказать, власть Селимхана. Он, говорит, пришел ко мне, снял с плеча мешок и высвободил на стол 12 голов тех бандитов, которых мы искали. Я говорю, вот этот человек? Он говорит, да, вот он. Вот что это было за времена. Вот что такое Камиль Ерматов. Но дело не только в том, что он пел вот революцию, поскольку там, значит, ну как бы, ну, значит, это было очень приятно правительству. Но ведь Камиль Ерматов, режиссер знаменитой картины «Алишер Наваи», которая вошла в двадцатку Золотого фонда мирового кинематографа. Зачем вы пришли, поэт? Ведь я терпеть не могу ваших стихов. Как раз сегодня я написал для вас несколько строк. Не пытайтесь звать на помощь, не пытайтесь, это бесполезно. Свяжите. Государь, желающий своими руками разрушить государство, подобен Хасрову, не имеющему будущности. Что значат эти слова? Это приговор. Я жил, как всякий, кто добивается власти. По-разному правят страной справедливый царь и тиран. Землю пашет крестьянин не так, как дикий кабан. Он был страшным охотником, рыболовом. Я не столько охотник, сколько люблю рыбалку. И я уже, значит, ну как-то мы с ним поговорили на эту тему, и он сказал, Юра, обязательно поедем куда-нибудь на рыбалку и на охоту. И мы несколько раз выезжали. Причем я видел, вот, когда на съемке что-то не ладится, вот он устает, раздражен чем-то. Я подходил к нему и говорил, Камил Ерматович, не расстраивайтесь, все равно снимем. Давайте устроим завтра выходной день и съездим с вами на рыбалку. Он говорил, правильно. Ну и вот мы с ним из Бухары пару раз ездили, кстати говоря, с Мироном Пинсоном, который был не рыболов, не охотник, но Мирон был замечательным кулинаром. Мирон замечательно готовил. Ну вот мы вчетвером, Саша, шофер, Камил Ерматович, я и Мирон, мы ездили от Бухары километров 50, есть такое крупное водохранилище, Куимазар. Вот там было очень много рыбы, мы ловили, там дамба была, останавливали на дамбе машину, ловили рыбу, и надо было видеть, как человек, который, в общем, неважно себя чувствовал, и молодой же был, как он оживал, он молодел, он становился, глаза светились, ну и он бегал, скакал там, значит,
чувствовал себя замечательно. А потом мы возвращались назад и снова продолжали работать. Ну вот был такой кадр, когда мы с Бурхановым верхом на лошадях догоняем поезд. И я должен был, значит, там на ходу перелезть, ну, на вагон. Стали снимать. Ну, а машинист поезда, там местный человек, ему было интересно, когда он услышал команду «мотор начали», выглянул из своей кабины, значит, туда, назад, где мы догоняем поезд. И когда я готов был уже перелезть на вагон, он взял и дал гудок. Лошадь с перепуга шарахнулась в сторону, а там огромная урюковая роща. Вот счастливый случай, что я успел наклониться, лечь на шею лошади. У меня только сбило веткой фуражку. Хорошо, что не сбило голову. Мать у него умирает, ну совсем плохо. А кушать нечего. Отца забили до смерти, вымирать. Сволочи. Что вытворяют? Говорят, они в кипящее сало людей кидают. Правда это? Правда. Убийца. Верно. Это ж нужно такое с людьми делать, а? Спасибо большое. Спасибо. Береги мальчика, дорогой. Ну, конечно, а как же. Разрешаю выдать паёк. Подожди, ты что же, свою пайку отдал? Там же в Канибадаме произошла такая, я помню, грустная для него история. Мы поехали на Сырдарью выкупаться. Ерматов, значит, разделся, взял мыло, вошел по пояс в воду, намылил руки и, значит, себя намылил. И вдруг что-то стоит, ойкает. Мы к нему подбежали и говорим, что, в чем дело, что такое? Он говорит, ну, произошла чудовищная вещь, что такое? У него на руке был золотой перстень, который ему подарил не кто-нибудь, а Джавахарлал Неру. И вместе с мылом этот перстень упал в воду. И он страшно расстроенный, огорченный, значит, сказал, ну все, вот не везет, так не везет, ужасно расстроился. Ну и мы поехали в Канибадам, значит, в гостиницу. А потом нам с фотографом пришла в голову такая мысль. Мы подумали, что за ночь там осядет вся, весь этот тыл, который подняли купающиеся. Ну и мы утром рано с Сашей вот на его машине. Да, мы попросили директора достать нам маски для плавания подводного, потому что в маске под водой лучше видно. Ну, в общем, короче говоря, мы приехали рано-рано утром и нашли этот перстень. Он был настолько счастлив, он говорил, что это, я бы лучше, говорит, не знаю, что потерял, но вот этот перстень, это память, это такое событие для меня. Ну, в общем, он был в очень хорошем настроении, все наладилось. Камилжон Ёрматов, аними асосан ҷои асама дӯст дошта таринашон ҳавзаи Борисовка Борисовка мегон. Аму сурат ба ман шумо нишон додам. Аним ҷава шикор мекардаги. Ана фазан. Ана дидед?
Куда? А, ты Япому брал. У отца было 70-летие, ему дали Героя социалистического труда. Очень так помпезно праздновали в Ташкенте, в этом шикарном зале. Туда приехали из Москвы очень большая делегация, внушительная, из других республик приехали люди. Мы поехали на банкет. Но поехали мы раньше, чем начинается, чтобы пойти посмотреть, все ли готово к банкету. И поехали мы вместе с отцом. И вот у нас было время, приличное количество времени, мы сидели, долго разговаривали. И он говорит: ты знаешь, я так хочу домой, я так хочу домой, ты себе не представляешь. На что я ему стала говорить, ведь тогда же как было. Я сказала, говорю: напрасно, напрасно. В республике вас не признали, в республике к вам отнеслись так, что вы вынуждены были уехать, бросить все. И вот такое, такая вот сейчас тяга к родине, мне странно, что не надо обижать ни Узбекистан, ничего. Все-таки очень хорошо, что они вас так приняли. Вы все свои регалии, все творчество ваше проходило в основном в Узбекистане. Начало было только в Таджикистане. На что он мне сказал: да. Бывают моменты, когда кто-то недопонимает, кто-то неправильно понимает. Но родина-то родина, ее не поменяешь, и ее не забудешь. И мне так хочется иногда все бросить и уехать. Ярко, тихо, мотор! Приготовитесь! Внимание! Внимание! Все из кадра! Все. Валерка, обливай! Дыми, дыми, давай, дыми! Дыми, дыми! Дымы! Давай, дымы! Давай, дымы! Жизнь каждого человека измеряется его трудом. У кинорежиссера это его фильмы, каждый из которых частица его собственной жизни. Много фильмов у кинорежиссера Камиля Ерматова. Через страны и континенты прошагал по экранам великий Алишер Наваи. Мудрец Авиценна нес идеи просвещения своему народу среди мракобесия, отсталости и порабощения. В трудные годы Отечественной войны вместе с подарками бойцам пришли на фронт коробки с фильмом Ерматова и принесли с собой свет и тепло родного края. Но главная его тема – это тема революции. Эти кадры сняты во время его работы над завершающей частью кинотрилогии «Гибель черного консула». Две предыдущие – «Буря над Азией», «Всадники революции» – уже вышли на экраны Родины, как кинопамятники революции. И когда мы задали Ерматову вопрос, что же все-таки является главным в его профессии, он ответил: служить своему народу. Этой идеей пронизан мой первый фильм, эта же идея будет последним. А я намерен снять еще много фильмов. مطربا بهر خدا مطربا بهر خدا تو غیر شمس الدین مگو بر تنه چون جانه بر تنه چون جانه
pinball stand, tan 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 tan, pinball stand, tan 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 tan, pinball stand, tan 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 tan, pinball stand, tan 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 tan. شمس‌الدین و شمس‌الدین و شمس‌الدین می‌گوید شمس‌الدین و شمس‌الدین و شمس‌الدین می‌گوید بس تا ببینی مردگان رقصان شده اندر کفن تا ببینی مردگان رقصان شده اندر کفن مطربا بهر خدا مطربا بهر خدا تو غیر شمس الدین مگو بر تنه چون جان او بر تنه چون جان او بنواز تن 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 بنواز تن 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 Stand, 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 stand